Здравствуйте, товарищи. Играем Mortal Kombat X. У кожаного лица в этой вариации есть зонинг. Такая вот хуйня. Зонер против зонера в этом бою. Your weapon is loud and useless. Round one. Fight. Спасибо, что напомнил про захват. Ему зониться нечем. Ему надо подходить.
Leatherface wins. Round one, fight! Что ты делаешь, блядь? Блядь, да что за хуйня? Заебали скорпионы. Leatherface wins. Fatality. Решил посидеть. Ну посиди. Как сидится? А чё ты заморозку не кидал? Я же заморожусь. Типа как бы. Ну ладно, дело твое.
Cyber Initiative lives on. Final round. Fight! Leatherface wins. Does one hideous face hide another? Чё ты сказал? В ближнем бою с тобой не собираюсь, блядь. Это слишком сломанное говно. Ой, я дропнул. Апперкот. Вау. Не будем осуждать. Противник слабее был. Нахуй пошел.
Ебать. Что, блядь, зажание на все подряд? Блять, он какой-то бешеный. Блять, заебал меня этот. Заебал.
Заебал этот Триборх, у него, блядь, 100% на победу постоянно показывают. Я у него уж сколько раз выиграл. Все равно у меня 0, блядь, у него 100 на победу. Так, нашел бича, блядь. Давайте под конец выпуска, блядь, унижение испытаем. Ебать, он хуярит. А чё ты злой такой? На, блядь, начинается. Ну тут как бы мои полномочия все закончены, блядь. Я, блядь, пытаюсь огрызаться, но разница в классе игры слишком высока. Очевидно. Ну что, товарищи, на этой, блядь, не могу сказать, что позитивной ноте, но мы будем заканчивать выпуск. Всем спасибо за просмотр.